Не знаю, у него точно там. Саня зайдет на чистый. Ничего не было. Ну вот, Андрюха, видишь, все собрались. Собрались даже больше, чем надо. Наверное, плохо себя вел. Можно даже три босса добить. Либо ты фамилия. Я же особо и не разговариваю-то. Не, могу, странно. Ну ты особо не разговариваешь, это же не относится к плохому поведению. Может, у тебя там пердеж какой-то начался, или за спиной кто-то начал базариться. Не, всякое я бывает. Один всегда. Ну, всякое бывает. Если выключил микрофон, значит, было за что. Ну, может, шум появился, потом тебя убрали и забыли. Ну, да ладно, уже не важно. Я не раз мучу людей, которые что-то фонят на фоне или микрофон выключают. Типа, у тебя стоял микрофон нормально на кнопке, не по голосу. Так у меня и стоит. Если бы он у тебя стоял, тебе бы не мучили. Там, может быть, какой-то флут был, и кто-то кого-то в горячке мог замутить. То есть, ну, проблема. Размутили, да и все. А зачем мутить микрофон, когда можно просто у себя этого человека отключить и все? Да он постоянно мутит людей. Просто бывает, ты отжал, зажал, отжал, зажал, и потом ты не контролируешь, зажато или он отжато. Там как... Нет. Есть настройки комнаты, что только рации можно разговаривать. Ну вот, у меня кнопкой. Но бывает, ты нажал кнопку, нажал, а потом ты в бою и башишься, и уже забываешь, включен у тебя или не включен. В игре-то мне не показывает это. Мне приходится сворачивать и смотреть, показывает или не показывает. Че? Честно, зачем тебе сворачиваться? Просто нажми на кнопку, на которую ты говоришь, и все, блин, несколько раз. Короче, я сразу минусуюсь, да? Отлично, сразу хочется. Минусуйся, конечно. Пойду покурю. Мне он вчера Жека, он дал. Чувараски ему ты дал. Пидер. Да тут, блин, в этой комнате все могут снимать себе мут. Смысл давать? Смысл, что иногда кто-нибудь на заднем фоне там отвлекся и неосознанно это шлудит. Ну это у тебя бывает такая фигня. Бывает. 3 челика ФКшит, мы их сумоним ПКД 100 раз в секунду. Оф, иди кей. Пойдем трэш бить? Да можно уже, ну. Быстрее закончим и все. Марсе задал ранее. Не принимать его. Поехали, целите там. Саня, это Рид создал АФК, ушел, возвращается. Уже убитый, Синдра Лич. Давайте, докажите, на что вы способны. Да? Давай. Здорово. Я покажу, откуда готовился. Нападение. Отверни, Лич или АФК? Половина людей АФК, блин, ну вы спешите, ну куда вы спешите? Кто сказал? Саня, начисли ИП. Хилит только ДЦ. Я без тебя разберусь, когда начислить. Ты мне просто обещал вчера начислить и не начислил. Тебе я все начислил. Назад, вот. И... У меня ровно столько же ИП, сколько было, когда я выходил. Сейчас я проверю. А, ну может быть, да, тебе не начислю. Сейчас начислю. А что, заломал вообще решали, что куда, кого? Или еще? Да еще не летали, сейчас забьем ЦУК и решим. Понятно. Просто. Василий, он там что, убиваемый или нет? А там бы я видел, пуги уже собирают на 3 сундука вон. Да, блять, этот нахуй по КД на все собирает. Этот челик, он нахуй и груль магик хрем собирал, когда проходка нужна была. Он все подряд собирал. И сидел там, встали, побачили.
Побежали. Я вчера закрыл фулман, это не нравится, помойка. Согласен. На фул закрыли? Угу. В дискорде я видео скинул, посмотри. Это механика с X2 сильно отличается? Сильно. Саня, пошли канал рейд, пожалуйста. Да, сейчас пойдем. Если вы не заткнетесь, пойдем. Просто ну, голос вам часто помогает, но если будете трындеть, сидишь мне фигни. И время тянуть. Ну, пойдем в канал рейд. Давай. Все, пошли. Уже как бы началось. Это. А вы половину ФК стоите. Ваня, Сацуна пока не пришел, тебе пропало прыгнуть, Ваня. Так, Джанг и Найоми, который хант, босса что-то надо, сами смотрите и говорите. То же самое, бета-тестер, смотри, с босса что-то надо. Да. Мне нужно отдохнуть. Мне нужно. Вань, что не встает? Сапфировое кольцо надо еще кому-нибудь? Или так это не ты написал? Наёми. Ну, сейчас, значит, Бетик зайдет. Ну что, где здесь? Всегда дали ребаф, побежали. Не обязательно суфолога. Ваня, прыгни, пожалуйста, уже попало, кажется, мне. Черную вальку хитинг. Побыстрее был. И Бормин... Сейчас 4 кила, прыгни сейчас, пожалуйста. Краб надо будет, да? Да. Борменталь тоже можешь прыгнуть. Хапава уже. Да какой есть. Мне нужно отдохнуть. Мне нужно отдохнуть. Ну что, побежали, побежали. По 4 кнопки все инеры свободные, залейте и полетели. Юи, зубы закиньте по Юи, послушаем. На пул все в Юи. По охотницам играйте, можете точно. Вальку сагрили сзади. Нажми масс сейф, Вань. Коля, как хапит. Ты еще не прыгнул, хапало? Попали. Ну, масса про. Дети БР? Нету. Как нету? Ну, так нету. Понять нету. Попало, нету массейва. Ну, мастера убили все. Бафы дайте. Да, блядь, опять сдохну. Меня забанили. Просто не кикают. Так, 4 кила, блин, где кил вообще? Да, раз меня забанили, косты не кикают, мобам. Я не про тебя говорю. Остальные тоже могли быть в бане. Два моба банищу. Да, не банит он одного человека кидает. Я так понял. Вчера задыхаю, блин.
не сейчас. Я пока не могу использовать эту способность. Танк забанит. Кольцо кому-то надо, ловкость, крип. Валь. Будешь брать, Даня? Жень. Ну, такое 50 на 50. Что, не лешу надо, значит. Так, плачу. Тиллеры по хилам скиньте. На миликах не стойте под АОЕ. А, я попаду. Помню, мастер где? Агрите только с одной стороны, сразу всю пачку не агрите. Давайте с правой стороны, через самую правую цель. Один охотник, по охотнице играйте. Когда крутиться Кент начнет, можно дизарм ударить будет. Стан работает, если что. Дизарм то же самое. Ничего не дамажит, когда дизарм нет. Варменталь, будешь пока летать вместе с 4 кнопки. Не надо мне никого. Значит, будешь просто стоять хилить. Через... Через кота. Ну, там будет и пет, да, через пета будешь хилить стоять. Нет, он пэт не нужен. Не для шаталант есть. Это 50%. Ваня, у Нелеша сколько там, 20 или 30. Поэтому через пета профитим. Шу похуй, 30. Быстрее все это время. Есть черепаха у кого-то. Да, есть. Но у нас там с крабиком или нет? Да, да. Сорок, вон, 50, перепутал. А у кота, по-моему, 20 или 30. 30. Стан, дайте сразу по валькирии этой. Как только вас спустится. Вот прям сейчас жмите уже, там ходж какой-нибудь. Глупый крок. Жмите, стан. А чего такие дезморальные? И не выспались просто, не обращай на них внимания. Нападай, гроза блети. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. Блин. Так, ДСшка, когда тебе скажет 4 кнопки, закинешь в него ПС-ку. Он выбежит там, когда закинешь в него ПС-ку. Варменталь тупо через краба хиль. Он метка, печенька поставил. Заходите. Я хуй этого краба выберу. ДК. Почему? А, ДК рядом. Косы, гребаные косы. Что, я через неделю, чтобы дохилить все. Отойдите этот ДКшник от краба. Как без этого?
который увеличивает хил по коту. Отойдите от рыбы еще, ДКшник. Ну, если вы правильно. Женек! Пожалуйста. Женек. Эдгей, пошел. Пойдите в лесу. По очереди ДКшки шут. А чё за херня с ДК? Почему они жирные стали или чё? Из-за косы радиус. Ну, пора свою рыбу носить отдельно, вот, блядь, в углу ставить, чтобы там делали отдельно. Надо, да, попасть. Кстати, вот, да, кстати, надо на силу просто наделать как краха. Как косы, блядь. Отдельно солидирую. Независимо, настакал ты косу или нет. Да. Давайте по делу. Этот будет прокидывать барменталь тупо через краба по вальке. Ваня скажет, когда поездку за Пенсигеру дать. Убиваем в первую очередь светик и подавление. Ну, Враска, Барменталь, Полинор. Пока без фаса кидем. Фасик там был кулак примерно перед лечами. Кулак подвигай. Чего не хватает? Враска, Барменталь. Полинор. Кулаки не раздали. Да похуй, эти кулаки там пинвальками. Андрюха слева танчик, Коля справа. Давайте краба, где пал прыгающийся. Медведем, короче. Не под валькой, а где медведь? Я прыгаю на это место. Здесь. На уголке. Ближе к выходу. Как бегает, пусть. Давление сыграть. Враска, прием. Прыгай, хвали паладин. Один единственный на рейд. 3D-метку поставьте и все. Да метка на крабе стоит. 3D-метку на краба поставить. Куда его поставить? Куда ты хочешь его поставить? На уголок. На уголок. Короче, в ДД-зону засунь краба, чтобы было АУЕ большое. А, поставь же этого краба в центре, пускай стоит. Я тоже не понимаю, какая разница, где он стоит вообще, блин? Большая разница, символ света. Вот когда хулипали, блядь, начнешь хилить, тогда поймешь. Я понял. Ну, так на помощника и поставь сам себе. Куда тебе надо? Или объясни нормально, в какой краешек, куда, блин? Блять, на холи пала прошу поставить. Один холи пал на рейд. Два холи пала на рейд, не надо. Короче, просто объясню в двух словах. Символ свет небес хилит рядом стоящий. Следовательно, хилит вальку. Следовательно, надо в пак большой поставить этих, этого краба. Мы же до этого без этого убивали. Можно просто спокойно это объяснять, а не агриться сразу. Я говорю, все на дизморали какие-то, я не понимаю вообще. Ладно, мне куски Д4 не падают, да вы-то что? Бля, я не знаю, вы пиздец. Ваня постоянно просто мега агротавр. Что ты уже хочешь похилить вперед, блядь? Причем здесь хочешь похилить, ты спокойно разговаривать научись, а? Почему дорога реально? Как пиздеть? Я, короче, уже навалил на эти высказывания лидера, потому что это уже у него превыше мне заговора. Я поначалу же. Ну, если не нравится что-то, может быть свободен. Ну ты все, блин. Просто задолбал реально. Ну ты либо спокойно разговаривать, либо, блин. Саня. Сколько процентов стоит у тебя, Ваня? И? По громкости, Ваня. У тебя на сколько процентов стоит? Не важно, на сколько стоит, на 20% ниже сделай, и тебе спокойнее стоит. Намного пей. Не будет казаться, что он орет. Вещательно. Типа я не то, что там пытаюсь Ваню защитить, но скажу просто вот одно. Я поначалу, когда с ним начал играть, я тоже пиздец агрился. А потом понял, что он так разговаривает постоянно, блядь. У него чуть не слово, он сразу басом берет. Зачем его подавили попинать? Понял? Блять.
дело, нет никакого фильтра просто. Буквально да как в ПС-ку? ПС-ку. Берите энергопобор ментали, у кого есть свободные. Подавление вышло, добейте. Дохиливать 4%. Саня, я в хорошем настроении, потому что я не хочу хилить. Вот от слова совсем не хочу. Мне, блядь, предлагали зооман похилить, я не хочу, я просто этого, блядь, не хочу. Блядь, это какие-то приколы, нахуй. Прям по максималке. Два жезла. Саня. Два кольца, нахуй. Два жезла. Это ж сколько рыбы-то можно купить? Нормально, боец. Да, я бы не жезл купил. Маски нету, запы и топовые выпали. Зато Андрюха есть. А что это за запы? Я бы только жезл увиделся. Так. Хайп, джанг, бета-тестер. Надо что-то с босса. Стрелли один. Сейчас подхилим эту хуйню всю и пойдешь на замену. Ну я хуй знаю по поводу дизавки. Типа. Мистер Бонд, ничего не надо. Нет, ты останешься. Сейчас я тогда... Ты гей, Бормен. Трэш не буду. Борментально строить надо. В ретрика, я Ваня ищу, если что, и хапала, и ищу этого. Ну все, ищу, это, можете там брать спал. РДДшник. Подожди пока, сиди. Сам факт, понимаешь, он там сидит душится, ну типа ему не нравится, но он хилит, кстати. Я ему за это благодарен очень сильно, просто спокойно говорить, да можно. У всех настроение было первого. Саня, ты мне благодарен, да. Я душусь, не дамажу, но дамажу. Так, епэшим на руки. На мейн никому не надо, но ох, поэтому идем. 10 ип. 10 не лежь. Андрей, надо? Да у меня такие 10. Же ткани мои лежат. 10 раз, 2, кидай обмен, не лежь. Я сделаю проще, я сам себя убавлю на 30%. Да, это чтобы не казалось, что кричит и все. Вот все вроде бы используют новое слово это чел. Ну, блядь, ну оно хотя бы уебищно. Но когда Ваня говорит, это словно кого он, блядь, просто знает, что тебя гнать, блядь, конченый такой, знаешь. Вот у него так звучит этот чел, блядь. Ни у кого так не звучит, как у него, блядь. Я был бы голов, это скажу так. На опыте да, такой сказал, да ты вообще чел, блядь. Мистер Бонд, давайте, ребят, время не будем тратить. Мистер Бонд, либо забегай, либо останешься там. Я останусь, мне настроить надо кое-что. Все забежали. Тут по-своему, типа, каждый душный. Я, может, в чем-то душный, заебок какой-то. Блин, заебок. Я очень тесно. Из своих, кто давно, это надо? Кого-то сильно бафнет? Да нет, пишите. Меня бафнет, мне это не надо. Надо как-то порешать. Блять. Да вы можете с первого, вот как пока еще они не дошли, ни одной пули не давать? Вот что у вас за привычка? Вот сразу же, даже ничего, ни одной пули я не дали, сразу урва. Даже на пула нет, понимаешь? Он его не тратит вообще. Саня, Саня, ты можешь меня заменить на минуту? 30? Могу, подожди пока. Враска, где на пулу? Так в танке же мощно, да? Марсе залез. Мне надо вот так. Ну хорошо, иди. Ты этот... Что-то тыкнул потом не видел. Вставай. Они подошли, не спешите. На ДЦ она хорошо смотрится. Но так как ты только пришел в гильдию, я не знаю, стоит ли пока тебе давать. Я еще не знаю.
Это можно продать пока. Нашли милики. Это я тоже. Готовьтесь танков хилить. Убежали РДДшники. Чего вы там вообще стояли? Женька, ты там дизарм чисто можешь одному из них закидывать, когда останется. Или нет? Когда крутится. Так, ладно, ДЦшник новый. Ты будешь с нами играть, планируешь? Могу за 1000 продать, если хочешь. Потому что ты новый человек. Если не новый, то просто разъебашу. Если хочешь, бери, это топ по лжезу. Да, я пока заберу его один. Статус они в гильдии. У нас хватает денег, понимаешь? Просто ты новый человек, поэтому так и встал вопрос. Мне как бы не хочется отдать человеку, он там, оп, завтра ливнул. Санёк, просто не отдавай все. Ну. Пускай это будет. Да, купи рыбы, он нихуя не апнет этот жезл, блядь, забей хуй. Купи рыбы и все. Мне кажется, у нас денег тоже хватает. Не, у нас просто денег, да, пока все хорошо, кстати. То есть проблем нет с деньгами. Поэтому... Не врывайтесь, пока не наберут танки агро. Я не знаю, даже как они сюда 1000 это выдавил к нему, понимаешь? Он прям чувствовал, что хотел бы просто отдать парню. Это чтоб его не заебывали, он типа 1000 попросил. Это 100% да. Ты делал, Ваня бы нейлишь за 1 КЕП купит. Ваня мне этот... Во всем всегда помогает, в том-то и дело. Я ему еще благодарен, но, блядь, иногда он такой топчик, это же. Есть такое. Ну так нельзя это делать. Вот вопрос. Самый главный. Там еще берег, реально. Ты понимал, ну, я еще... что то, что вечерние статики, я не дамажу. Я либо танчу, либо хилю. У нас будет дамажить посетителям. Он есть сосуны, когда я тебе хотела прошу прыгнуть? Да никогда. Так. Еще сейчас ищу хапала. Найду хапала, будет, не будет проблем. Нет, у нас как бы есть один хапал. Ну что мне сделать? Я же не могу, я на всех персонажах играть, блин. Давай через раз. Сейчас будет АУЕ. Давайте АУЕ сейчас будет. Враска, как всегда, оставляет ловушку, напуливает на уфолога, Коля пойдет соберет, уфолог заберет, послушай, закинешь уфолога зубы. Все, беги, Коля, собирай. Так, из замены джанг, бета-тестер, топ-хайп, изморский, надо кому-то с синдры что-то? Нет. Уфолога. Ну, кто-то из вас по-любому пойдет на босса, потому что РДТ надо отойти. Здравствуй, ловушку. Ух, сейчас будет красота. Топ-хайп он хочет. Я завис. Сейчас я зависну. Вот, вис. И будет мне это... Собственно, написал, что сегодня, скорее всего. Я отсокрыл. Так, ладно, я в кометке расставлю. Понимаешь, мой джанг поможет. Сейчас разберемся, сейчас парочку людей на замену отправим.
Убиваем трэш и этот. В любом случае, стрельнулся. Марухич, ты на Синдру сможешь зайти сейчас? Значит, может. Если не может, то пусть сами уходит. Нет, он как бы может, но он попросил на работе, то есть, когда только слишком нужен будет. Ну, то есть, когда неким прям заменить будет. Леш, ты дружку уже сделал или нет? Там джихмота налутал на эрдру. Так а, я же вчера купил штаны за 30 тысяч, у меня голды вообще нет. Ну, у меня шмот есть, но нет сокетов туда вставить. Поэтому... Я думаю, да, через недельку сделаю себе спеку. Экселер же эту хрень, типа, что ее зарутать нельзя. Невосприимчивость не могу зарутать. Это только в этом чате. А, в обычке, я понял. 25. Да, в десятке можно, а в 25 нельзя. Так, по инженер не здесь, да? Можно кикать ничего. Сейчас, дрель. Мешай Марухич попросил зайти на Синдру. И не сможет, кусяло, ты в игру прыгнул. А, я же сделал спец. Выведите его оттуда, пожалуйста. Выбегайте все. Потом сразу же берите сопроты и все там, Ваня, Коля, Петя, и раздавайте. Андрюха. Так, топ-хайп, тебе шмотка нужна с босса, что ты писал? Вот. Какая тебе шмотка нужна? Мне просто интересно, я тоже с нарка не играю. Фриня не нужна нам, Дана. Позор ее брать на арканы. Я тебе на арканы не дам. Тут куча людей, которым она не нужна. И на фроста она тоже не нужна. В каком ты спеке играешь? Фрост тоже она не нужна. Короче, Влад, тебе она не нужна. Так скажи. Для фаера тоже. Ну, для нынешнего фаера тоже. Тоже спорный момент. Просто нужна хоста, СПД, две приоритетные скоты. Крит как бы тоже, но это на втором, на третьем даже месте. Первая меткость идет, потом идет хоста, там нужно 1100, 1200, да. Там хоста со шмотом собирается. Да. Сколько хосты, хосты на проста, вы говорите, надо? 1200. Так, ладно, вместо FDK. Давай Джанка вместо FDK. Смоньте Джанка. Так, Стреля тоже оффается из Морс. Ой, этот. Прохиливайте. Стреля оффа и персонажа пока. Бета-тестер тоже давай в рейд. Кусяла в. Бетик, давай, наверное, в Элема, потому что у нас Элема нет. На минуту бегу. Туда-обратно. Так, давай. Поставил. Из тех, кто здесь первый раз, это, наверное, Шачлон с нами и послушано. Слушайте. На первой фазе, на 85%, Синдра первый раз притягивал. Ну, если по времени не успеем ее перевести.
либо 85%, либо по времени там таймер дойдет. И она первый раз притягивает, но нужно будет отбежать. Потом на 85% она первый раз взлетает. То два человека будут в три метки. То есть вы не забегаете выше первой ступеньки. Вот сюда забегаете. Потом нужно будет по два человека в метке. Квадрат, луна и крест. Неважно, в какие два человека. Важно, чтобы в два было, не было ни одного человека между метками. И ни в коем случае не три. Видите, что три человека бежит в одну метку, один человек может чуть левее побежать. То есть главное, чтобы не между метками и держали рейндж. Сейчас чуть крест задалеко поставлю, ближе поставлю. Да. Если чего-то даст мне обмен, я дам эти минус 1000 ЕП. Так, дальше. Мы также продолжаем бить Синдру, много стаков не набираете, смотри, послушаем. Также людей, которых выбирает босс, 5 человек, твоя задача их всех засчитывать. На первую притяжку Ваня отдаст массей, на вторую притяжку Коля с тебя массей. Юра, твоя задача всех этих людей захватывать, хотя бы обновление закинуть. Потом потом Синдра садится, все то же самое, стаков много не набираем, следим за стаками, стаки набираются у кастеров, это какой-то скилл кастуется, у миликов от атаки шанс есть накинуть стак. Далее. Босс переводится на вторую фазу на 35%, на 35% все становимся РДшники в квадрат, милики остаются в трусах и бьют босса. Бьют босса всегда бьете под левой лапкой, не заходите во фрейм босса. Будет выбираться какая-то цель, эта цель будет выбегать первый раз в трусы, потом второй раз тоже в трусы, второй раз уже метка не разбивается до 20%. Ждем, пока скинется стаки и Синдра притяжку закастует. Закастует притяжку, разбили метку. Дальше будет чередоваться ромб, трусы и метки. Послушай, на зубы старайся не тратить просто так. Я скажу, что на какую цель закинуть зубы. Ты про... зубы, понял. ПС-ку будет не закидывать, магу определенно. Я тебе скажу, рыбу поставил. Перебью тебя. А что, да. Демонов все больше? Не знаю. Просто 4 лока и ни одного демона. Они же вроде не дамажат. Тут демонам нельзя играть. Уже можно. Если хотите, можете играть. Уже пофиксили. Шелек, у тебя 30 секунд, чтобы свалиться? Можешь пофиксить, у тебя там фрейм большой. Дай, пожалуйста. Дайте ребаф, пожалуйста. Сейчас дадим. Сопрот. Можешь чуть-чуть отойти назад, я не могу рыбу кушать. Снег, отойди. Че, пора минусовать, блять. Женек, отойди, который бы. А че? Че ты не минусанул? Что с рыбой идти, не судьба. Блять, прибавь обратно, блять. Прослушал я, отойди. Я не виноват, что такая фрейм, нахуй, такой. Мы не виноваты, что у нас в рейде АФК сидишь. Почему я говорю, плесани обратно? Женя и Ваня, спокойно. 3, 2, 1, подошел к рыбе. Тебе уже просто, Женя, кучу раз говорили, не подходи к рыбе, у ДК баганы сейчас. Вот и сейчас иди ешь, все сели, пожрали, иди ешь. Да у него есть баг. То есть вы последние подходите к рыбе, ну и сопроты все выпили. Абсолютно все. Войд, тебя это тоже касается, ты не ДЦшник сейчас. Чтобы было проще. Барменталь, с тебя кулаки, МП5. А пока у Петя, Женек, Барменталь, 4 кнопки на Йоме без сопрота. Выпейте сопрот, пожалуйста. Либо ладно, дайте. На Йоме 4 кнопки и Петя еще без сопрота. Все, готовность на пул. Уфолок, нурки. Припот и скажу, когда пить. Можете сразу бежать, не дамажет. Да, кулак под руиду. Барменталь, дай, кто там кулаки разовет, отдай кулак под руиду. Ну, что там, разобрались, дали. Ну, у него закончилось, кинь просто десятку кулак по уфологу. Я ему дал рик.
Что с Саня, у меня нету массы крит. Мысли нету. Тримов нету. Блять, ну заебись. Припоты нажмите. Под левую лапу все подошли. Блять, я завис. Завис. 1% притяжка. Убежали. Я понял. Выбежали по 2 человека. У Яконни нажми айсбаунд. Нету десертника. Куда ты побежал, Бурменталь? По 2 человека. Все понятно, падайте. Ваня, где массакра? Сделай Дима массакру. Без массакры пизда будет. Можно, кстати, по одному ставить будет. Ну это, блин, глупо. Лучше вот так ДПС будет теряться. Подойдите все. Менталь, у тебя есть масса крафт хапали? Барменталь. Сложно написать или что? Весь ретрик сокрой. Давай ретрик сокрой. Смотри, что твоя задача? На первую вот такую вот. Глыбы по 2 человека сбегаются. Твоя задача будет нажать массакру. Послушана. Тоже старайся отбегать от босса. Сейчас за каждое отбегание будет минус. За каждое неотбегание будет минус. Вот с этого правила уже минус. Так как ты первый раз с нами, поэтому не пропустим. Как убегать правильно? Зажимая правую кнопку мыши, W и букву А. Если ты повернут в сторону лестницы, ты просто бежишь. Не уверен, что убежишь, нажми на себя зубы. Если не добегаешь до лестницы, тебя убьет, скорее всего. Иди, Бурменталь, за этими, за регами. Я ему дам рег. Топ-хайп засумоньте вместо Марсеза. Ставьте ка. И давай, Будрейвен, СС попослушано, Щачвон покусяло. Джанг по уфологу. И кто там еще один? Лок. Нет, 3 лока, да? А, ему бой. Ему бой по Юи. Джанг, заходи и поставьте шкаф за сумонтик хай, побери. Ешьте рыбу, рибав. Я закину. Смотри, Бурменталь, твоя задача будет на первую притяжку, получается, когда именно глыбы кидаются, масс-сейф отдавать. А Юи на вторую отдаст. Тумхай по сумонте. Влад, принимай сум. Ну быстрее, блин. Ё-моё, что ты толк? Изморский здесь? Дэн, давай, принимай сон. Хайп придет, и самёт. Так. Смените Изморского. Сейчас я еще не бахал инту Изморского, а при самой не бахал. Проты у 4 кнопки, у фолога там еще у кого-то. Возьми у кого-нибудь из них. Вот инта. Я закинул МК-шку по Будрэвану. А я, наверное, единственный маг, да?
Ешьте рыбу. Припод и скажу, когда нажать. Еще раз напоминаю, по два человека крест, два человека квадрат, два человека луна. Без разницы, какую метку по два человека. Одна метка будет с одним человеком. Видите, что три человека бегут, у вас будет время сгруппироваться. Если видите, что не успеваете, вынесите либо вперед чуть-чуть, либо в сторону. Главное, не между метками, и раньше, чтобы было 10 метров. Дайте дальше. Также метки подбиваем до 20% без дот. Нурки и джанг чего не хватает? Каски не хватает. По джангу каску с вами. Все, погнали. Все можете уже вниз спускаться, она не дамажит на спускание. Теперь. Под левую лапу. Сразу не врывайтесь, дайте поставить там. Ферменталь, не забудь, что ты первый нажимаешь массей. Нажали припоты. Под глыбы. Люди выли. Те, кто стоят на рендже ближе, подойдите к фрейму, чтобы вы далеко не летели. Это РДДшников касается. Вот ШПшник стоит. Вок. Какой-то еще приз. ПС-ку закинь приз. Определенно. Уже давай. Не, давай без команды, а то у меня свой не работает с моим лапом. Ну, либо не по мне закидывает. Все, убежали. Если не успеваешь убежать, закинь все зубы. Молодец. Все, на первую ступеньку прохилили всех. По два человека в любые метки. Смотри. Да ладно. Я хотел сказать, это Иралии, привет. Но я отбежал. Там кто-то чуть не сдох. Барменталь, ты если тебя не выбирает в качестве цели, вверх поднимаешься. Метки по 20% подбиваем, но не разбиваем доты, не вешаем. Дота-тестер, смотри аккуратно. Кстати, если что, должен считывать то здесь метками. Обязательно, да. Ваня, скажешь, когда... Это последняя, по-моему, да? Это последняя. Блять. Выбери. Жена не вовремя фильм начала смотреть. Еще одну, две метки не разбили. Куда вы все побежали? Разбили все метки. Барменталь третью ауру поставь. Коля, сейчас ты сейф отдаешь. Все под левую лапу. Не отходите далеко от босса. Ближе подойдите к фрейму, чтобы долго не лететь. Но не заходите во фрейм. Под левую лапу. Кладка даже. Леш, хватит отлетать. ПС-ку можешь закидывать, если есть. Убежали. Блять. Вы стаками также следите. Миля Шиннер по Полинору закинь. На первую ступеньку поднялись, даже не поднимаясь к первой ступеньке. Два человека, ждем, пока выберутся цели. Остальные все поднялись наверх. Молодцы. Ленор как сдох. Встанете, есть? Да, что, сразу вставать? Не, встанешь после. Причем, как поднимется. Ну, точнее, сядет. И Винеры по Полинору закинете. Эдморский и упал. Перебаф его полностью. Джанг воет аккуратно, смотрите. Не разбейте. Что вы делаете? Серьезно. Давайте. Давай, Полинор. Перебафнули Полинора. Под левую лапу. Будет притяжка. 10 секунд. Ты застань левее, чтобы тебя не откидывало. Приготовились, скоро притяжка будет.
Бежали. Следующий опять барменталь нажимаешь под глыбы. Сейф, а пока у минус, да. Андрей, уфолок, подними апокала. Пиздец. Вставай сразу. Сразу вставай. Ребафим тебя апокала. Послушай, барменталь, приготовь масса круг, когда будет нет. За всех зачитывать нужно. 4 кнопки пропил. Хорошо, сейчас пропил. До 20% РДДшники остаются в квадрате. Не бегут сейчас никуда, остаются в квадрате. Центральный пока будет. Потом смотрите. Джипси, следите за этими хардкаем. Сбивайте. Разбили левые. Нет. Давай, играем по щендре. РДшники в квадрате остаются. И хилы тоже относятся к РДшникам. Можешь по эмобою, либо по будревану закидывать ПС-ку. Зубы просто так сейчас не тратят. Первая метка в трусы будет выбегать. Милики тоже убегают к РДДшнику. Бета-тестер побежал в трусы, все остальные милики убежали к РДД-зону. Метку сразу разбиваем. Сыграли по метке. Также метку не выносите во фрейм босса ни в коем случае. Ставите параллельно пузу. Следующую метку в трусы. Мастербон побежал в трусы, милики убежали в РДД-зону. Эту метку до 20%. До 20% подбили. Не разбейте, смотрите. Бля, меня зависло. Ваня говорит там, когда притяжка разбилась. Да. Велики отбежали. Не разбейте метку, пока не пройдет. Все прошло. И у ромбик милики. Геру дали еще. Выбить. А пока он побежал, прожался. Барментально жми массакру, отбежали от турсов все. Играли по метке в трусах. Блять, я излагаю. Соскини норм меня. Давай. Барменталь выбежал в ромбик. Тромбика, вот, и милики разбили. Следующую метку в трусах не разбиваем. Юя, отдашь фейсбаунд, и человек, который побежит трусы, прожмешь. Его нужно будет, буревестник побежал в трусы. Иннер Полинору. До 20% кто? Отошли. БР по наеме из морской, дай. Ой, тромбик выбежал. Что там, кто не вынес? Буревестник, барменталь боец. Разбили Будрейван. Вынес щи куда-нибудь. Бля, я полностью лагаю. Так, не лез. Следующая должна быть в трусы обязательно. Не в трусы. В любое место. Вынеси. Вот после этой будет в трусы. Милики, идите разбейте. Следующая в трусы. Метка. Ее нужно будет засейвить. Кого там? Женек побежал в трусы. Отбежали все с трусов. До 20%. Да, кто есть, вставайте. Отбегите, милики, от мет глыбы. Разбили. Сейчас, дай кому-нибудь БР, то я полностью лагаю. Снурки выбежал. Все, и добивайте щендру. В
просто метки выносите куда угодно. Иннер свободный по Полинору и гимн на ману тоже закастуйте. Если в меня кинет, просто от меня отбегайте. Из морски выбеги. Сейвы отдайте, Коля, если есть эйсбаунд. Барменталь масс-сейв тоже. Буревестник выбежал, Паша. Ну добейте 400. Блять, Паша, ты ёбнутый, нахуй ты в нас бежишь? Пиздец. Да, блять, вы добейте 80 тысяч. Сказали, блядь. Значит, куда получишь. Что, я в последний путь, короче. О, клык. Блять, у нас же фолов есть. Чёрт. Опа-на. Ура, Андрюха, клык. Андрюха, сейчас я пойду у жены попрошу, чтобы она немного поменять. Мало, а то, блядь, пиздец, блядь. Интернет. Вадя, конечно, на этом прослакал, блядь. Тебе надо, короче, на притяжке. А. Да. Она с компа смотрит или с телефона? А из компа и с телефона, у там по работе, у нее там два компа и телефон сразу все. А ты просто, короче, потом после рейда, если будет время, ограничители поставь, и все нахуй, типа. Да, я как будто разбираюсь в этом, Андрей. Кто там на ёме? Чтоб она там больше 2 мегабайт не использовали. Сколько у вас? Кто стоит в глубине там лишний? Я помню, на ёме Барменталь и ещё кто-то. Я не знаю, я лагал, Ваня вообще не видел никогда. Прям я очень сильно лагал. Вот, да есть стрим, пускай скажет. Кого я минус дал сразу? Давайте Кусяло в этом так же пойдем пока. Сейчас мы к некоторым перейдем. Так, если никому не надо, я возьму. Токен. Ну так же, как и Андрюхи. Андрюха, забирай, если тебе надо. Это к кому там? Кого считать? Мне вообще прям не знаю. Надо ли вообще, я не знаю. Поэтому, Андрюха, лучше. Так что уфолог раз, уфолог два, уфолог три. Кинешка мне надо. А тебе на мейн? Я просто тоже на файрок собирал бы. Но мне тоже еще не кричить. На оффспек я, короче, так, пиши. Я не знаю. Я же... Короче, буду слипать, типа, пусти. Типа, это не срочно. А если кому срочно, пускай отыграют. Есть кому на оффспек еще, кроме уфолога, тогда? Можете ипать. Я просто на разные боссы буду разные сеты делать. Ну тогда уфологу. Какой там стрим был? Скажите, кто лишний склеп полутал? Было 2 или 3 человека. У меня не стрим, у меня просто... А еще лучше, чтобы эти люди сами сознались. Токен. А то можно им удвоить наказание. Так, 10 оф, хорошо. Барменталь послушан, а если хочу он. Давайте, дальше 100 идет. Наеми, тебе по мейну? Зачем тебе еще этот... Пифенька по моему. У тебя же Т4. Или ты в Т10. В Т4 играть, так что ты не вон. Сейчас вон 100, ну ставите бой. 200 мои. Барменталь. ДЦшник тоже не знаю, зачем тебе. А, у меня ШП, играть. У меня ШП мейн, я пришел типа по оку ДЦшник. И у меня ШП 4, это 10 просто. Нет. Нам нужны именно ДЦ-шники. Будь по моим ДЦ-шникам у нас. Есть туда, то вам. Ну ладно так. Че ты быстро согласился? Не надо так было делать. Правильно. 500 чечелон. Давайте быстрее. 500 чечелон раз. Чечелон два. Чечелон три. Кидай мне. А, подожди, стоп. Не 500, а 300 там, чтобы послушал нейролик. Кидай мне. Вань, минус 300. Так, ну и Андрей единственный танк на данном этапе, так что давай 10 ИП. 10 раз, 10 2, 10 3, кидай мне. Ну что, 2 КД, 2 КУГа. Так, теперь заменник. Кому-нибудь нужен слич? Топ-хайп, Марсес. Стреля. Ладно.
Барменталь отойти нужно, ну окей. Давай стрельну сюда, кустяло, на этот, прыгай в салон. Можешь в бета-тестер прыгать. Обратно. Уже. Вы улети только, Барменталь, тогда. О, Мария пришла. Нужен один человек на замену. Мария будет в хиле. Давай, бабай. Уходит, блядь. Я пошел. Не, Ваня, прыгай в ретрике. Ну, на самом деле, хотя бы хапал нужен. Но хочется. Ладно, похуй. Ну, у нас пала не будет вообще. Не, паладин Ваня по-любому останется. Как-нибудь. Этот, один человек на замену. Кому не нужен босс? Но, быстрее. Как он стрельда лопнулся вроде, не? Один из локов. Он шашло на ИП нихера нет, он все равно ничего не заберет. Один замен. Он уврейд. Ваня, давай в ретрик, Марка. На хила. Проход. Проходка нужна на ломан. Ну. А, ладно. Ганг, мобой, что-то надо с босса. Кинжал. Сколько готов за него отдать? Ну давайте разъебашим ее. Дайте, сколько готовы? 1000. Ну я 5к ставлю сразу. 6. 6. Ну напишу, да. Тайф это будет. 6400. Раз, 6402, 6450,